Дорогие друзья, как известно, в России две беды – это дураки и дороги. Но все мы знаем и про сильные стороны нашей Родины – это история и литература. Начнем с истории. В последнее время набирает популярность аудиокниги. Итак, представьте, первая аудиокнига по истории России. Здравствуйте, я подготовил аудиокнигу по истории России. Но я решил добавить туда эстрадных песен, чтобы к населению поближе все было. Ну давайте, показывайте. Ну что ж, первая глава – Русь Крыевская. Эй, варяг, ты будешь нами править, чтобы нас никто не захватил. И Олег под Рюриковым флагом всю Русь объединил. Еще так долго объединял? Не, на самом деле двух людей в Киеве грохнуло, все нормально, потом стало. Давайте дальше. Ну что ж, следующая глава – Крещение. Владимир нас крестил, князь наш северный. Этапом с Византии славе мерена. Но не Перун обычно губит, а конец, чтобы все у Днепра были крестить. А что, достаточно? Почему вообще Владимир прицветал? Ну, мне кажется, эта песня ближе всего к людям, у которых как минимум одна церковь. Понятно. И что у вас дальше? Петр Первый! А че это вы так перескочили? Опа! Опа! Открыл он нам Европу! Поводы рубил! Светов победил! И снова! Опа! Опа! Открыл он нам Европу! Открыл еще тогда экономики! Сейчас! Достаточно, достаточно! Я старался, у меня еще про французов есть. Вы же понимаете, что это дети будут читать. Ой, давайте, дверь там. Вот. Ну, а продолжим литературой. Многие литературные герои зачастую несчастны. А где же проводить время несчастным людям, как не в баре? Значит так, Евгений, наведите порядок, чтобы все как до закрытия было. Какой вы все-таки педант. Вообще-то у меня девушка есть. А че твой братишка притих? Быть может, он какой-то псих? Не обижай, вообще-то он Герасим. Сейчас историю его расскажем. Ввалив в уму столько бабла, но не в нее, а в собачий карман. Он тупо лишен и она. И спокойно, но не любила собачьего лая. Хозяйка барыня злая, свою любовь не смог уместить в том. Собачка знает, что он сделал потом. Он затолкал ее в лодку силой, на середину озера отплыл, чтобы побыть с собачкой любимой. Но психологически ее топил. Жуть. Развеется. Да, девушка ему нужна. Ой, смотри, вот это барыня. Это точка Емели. Да-да-да, офигеть. Слушай, а может быть его с ней как-нибудь? Да-да-да, надо их свести. Давай сделаем так, чтобы на нашей фоне он выглядел прям рыцарем. Надо ее обидеть, а он за нее вступится. Давай. Че в пакете? Лосина. Лосина 35 размер, малыш, блатует. Тебе же в них, наверное, тесно будет. Ты из какой деревни? Я вообще-то местная. Слышь, а что такая сельская? Женя, пригласи, пожалуйста. Давай, унись ее. Вы только посмотрите, кто у нас тут. Вся такая из себя, а внутри наверняка простушка. Если бы вы были мужчиной, я бы вызвала вас на дуэль. Но у вас даже нет денег на перчатку. Мой отец рыбак, тебе я не отвечу скукой, у меня перчаток нет, потому нащупай, нащупай, нащупай. Барыня, это было камелия. Геннадий, вы спасли меня!
Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Не важно, что вы подарите своей девушке яхту или рыбу. Главное, чтобы... Не рыбу. Друзья, на самом деле, мы хотели этим музыкальным номером сказать, что стоит почаще читать книги, ведь современная молодежь почти их не читает. Чего ты это взял? Яндекс.Новости. Мы читали в школе вроде бы Пушкина, Тургенева, где-то Гоголя. И тут мой мажор в парикмахерках. Не ходите в клубы, а читайте классику. Команда Клан Юра, спасибо за сезон.